Ну чего, мы закрываем конференцию, и давайте как бы начнем с того, что мы, как вот организаторы, да, как члены управленного комитета, попробуем сделать следующее. Давайте поаплодируем друг другу. Вот мы знаем, да? Вы, почему вы нам все время аплодируете жидко и спикером, а друг другу так как бы громче? Это в зале есть кто-то бодрый. Вы должны еще более жиже аплодировать так. Смотри, идеально. Ладно, черт с этими аплодисментами уже. Если ну чего, давайте дальше. Получаются. Давайте спонсоры. Что у нас, Леша? Так, да, что, закончилось все. Кто сходил на... Кто вообще ни на одном докладе не был? Есть такие? Есть, точно 40 человек, они проходили квест. Мы им сегодня подарки будем дарить. Но это мы потом. Но они точно не успели еще и на доклады сходить. Да, большое спасибо нашим партнерам. Да, давайте всех их произнесем. Да. Но, ребят, есть проблема, партнеры платят деньги. Давайте сразу громко-громко их всех вот поаплодируем. Один раз на этой презентации, на закрывающей, мы аплодируем очень громко. А теперь постепенно мы снижаем, так снижаем мягенько, да? И скажем, Сбер, жиденько аплодируем. Титульный партнер конференции, мы очень любим Сбер. Генеральный партнер Яндекс. Продолжаем. Нет, вот не надо вот этого. Нам столько не заплатили. Жиденькие аплодисменты. Ведущий партнер Россельхозбанк, ребят. Певец-студио. X5 Tech. Росбанк. Т1 Сфера. Аксеникс, я прошу прощения. Теперь правильно сказать ХХРУ. ХХРУ. Дальше, как правильно назвать? ITFB. ITFB Group, по-моему, ITFB Group. Аксиум или Axiom? Axiom GDK. Axiom, нет, мне не кажется. Надо вот этого всего. Axiom GDK. Corus Consulting. NextSign. Я вас обманул, второй раз тоже очень громко аплодируем. Так, давайте едем дальше. Был квест у нас, да? Кто прошел? Есть кто-то, кто прошел? 40 рук должно быть. Нет, рук должно быть 80, человек 40. Ну ладно, нормально. Там одно задание было оставить руку на стенде, так что ищем тех, кого одна. Нет, если бы там было задание оставить руку на стенде, то я боюсь, что стендов много. Так, что, нам нужно разыграться, правильно я понимаю? Да, давайте разыгрываться, ребята. Давайте рафлить, посмотреть, кто что выиграл. Итак, смотрите, что мы разыгрывали? Мы разыгрывали три ланчбокса, вот этих вот. Да, там бутерброд, водичка и банан. И один билет на Джокер. На Джипоинт, да. Да, и давайте тогда, если, ребята, кто выиграет, кому повезет, тот выйдет нам на сцену. Погнали? Есть кто-то, кто чувствует, что ему повезет? Как в Гугле, помните? Мне повезет. Нет таких, да? Ну ладно, давайте погнали, выясним, кто первый счастливчик. Хотя я в пакетах не смотрел, что там. Может, и... А вы дадите нам рандомайзер, да, на экран? О, рандомайзер, ребят. Лера с ID, который я не буду считать. А это номер телефона или это ID? Нет, это ID. А в боте, в котором все проходило, есть ID. Лера, вы тут? Так. Она в свой паспорт смотрит сейчас. Ребята, кто участвовал, сразу посмотрите ваш ID, пожалуйста. Выходи сюда. И жидкие аплодисменты. Жиже. Быстрее. Давайте следующий. Следующий смотрим. А ты пока иди к нам, поднимайся вот тут. Михаил, чей номер заканчивается на 605. Михаил идет к нам. Чей паспорт заканчивается на 605. Жидкие аплодисменты Михаилу. И третий раз крутим колесо. Юлия, Z, номер заканчивается на 618. Юлия, ты здесь, давай к нам. Аккуратненько здесь ступеньки. Лех, ты там ближе, ты вручай. Да. Ну сейчас, подожди, сейчас все вручим. Значит, и давайте еще сразу сделаем розыгрыш билета на G-Point. Давайте крутим колесо. Так, это что-то, какая-то интересная анимация была. Мы настолько жадные, да, мы не будем...
а голосом можно сказать, что мы не будем, или что? Давайте, а если прикольно, если кто-то из ребят выиграет еще раз, будет классно. Они, небось, перезагружают заново рандомайзер. Не надо, давайте, что вы? Да, погнали. Ну? Сержей. Сержей. Сержей, чем номер заканчивается 39. Сержей у нас здесь. Вот, давай пока ребятам, пока Сержей идет, вручим подарки. А Сержею мы ничего не вручим. Просто пообещаем. Потому что у нас фотки, фотки, фотки. Делаем, да? Отлично. Супер. Супер. Тебе ничего материального, просто билет. Обними человека. Лех, иди сфоткаемся с ребятками. Пойдем. Быстренько. А пока мы фоткаемся, жидкие аплодисменты ребятам. Спасибо большое, ребят. Садитесь. Придется еще немножко нас потерпеть. Вы теперь не имеете права уйти так, отсюда. Так, погнали. Обратную связь. Все время будем клянчить. Я профессионально клянчу обратную связь. QR-коды у вас были. Если кто-то что-то помнит про доклады, очень хотел оставить обратную связь, но что-то его остановило, не останавливайтесь. Ищите доклады, оставляйте обратную связь. Да. Все это очень важно. В этот раз формы две. Одна форма про конференцию, общеконференционные вещи. Вторая форма про доклады. Нам важно и то, спикерам очень важно про доклады тоже. То есть первая форма, она больше для команды Джуга, вторая, она больше для программного комитета и спикеров. Пожалуйста, очень трудно нам как-то давать какие-то фидбэки, да, которые наши собственные. Нам нужно эти фидбэки от вас. Поэтому, если можно, будьте добры, потратьте 10 минут на формочку одну, 10 минут на формочку другую. Вам это почти ничего не стоит, кроме ваших 20 минут, а мы будем безумно рады. Поэтому, пожалуйста, пойдите нам на встречу, заполните форму обратной связи. Ну и G-Point. Мы не просто билеты дарим, да? Он планируется 10 апреля? Да, у нас 10 апреля будет комьюнити-день, выделенный отдельный. И пока что вот мы планируем 24-25 апреля провести все-таки такую офлайн-конференцию. Скорее всего, отдельной онлайн-части не будет. Вот как сейчас у нас 2 дня плюс 2 дня. Скорее всего, все онлайн-активности мы выясним в комьюнити-день. Но, как говорит один интересный персонаж, это не точно. Вот, но пока план такой. Самое важное по вот этой вот... Значит, замечательные ссылочки, которые под QR-кодом у нас скрываются. Уже открыт Call for Papers, то есть форма для подачи докладов на следующую конференцию, на G-Point в Москве. И, пожалуйста, прямо сегодня заполняйте, потому что раньше придете к нам, мы раньше поработаем с вашим докладом, у вас больше шансов попасть в программу. Там же потом уже не хочется. Потом уже не хочется. День вроде как есть желание, два есть желание, три уже на работу, ну и все. Поэтому да, чем быстрее перейдете, тем будет лучше. Форму надо заполнить, это несложно, а потом контент придумаем. Обычно так происходит. Да, Паш? Вот так вот. Да, так что пора заполнять. Так, какой-то голос я слышу странный. Why are you so serious? Че такие серьезные, ребят? А? Как вам Джокер? Это что с человеком стало? Хотите, покажу. Что было в спикерской вообще? А карандаш-то у тебя есть? У меня есть микрофон. Исчезающий микрофон. А где он будет исчезать? Так. Ребята, спикеры, конференция «Джокер» 2023. Пожалуйста, на сцену. И жиденько аплодируем. И вы, ребят, тоже спикеры. Всем аплодисменты, пожалуйста, жиденько. Давайте, как мы умеем. Мы вчера тренировались. Нет, выходить-то надо быстро, аплодировать выходить надо жиденько. Быстро, вы что-то выходите тоже жиденько. Вот, мне нравится, как мы сейчас аплодируем. Прям нормально. Да, спикеры здесь. Аплодисменты. У спикера это не все. Не умещаюсь, двигай дальше. У нас еще эксперты. В зале есть, которые не эксперты. Были спикерами? Поднимаемся, выходим, смелее. Я буду ритм, нет, ритм я не буду, я буду показывать темп, в котором надо, вот вяленько аплодировать. Да. Человек с динозавром и все эксперты. И давайте сразу программный комитет звать. Одного нет, вот этого с бородой. Давай дальше. Программный комитет. Программный комитет. А сцену, ребят. Вот, мы с залом вот нашли правильные ребята, аплодисменты. Девушки. Мне нравится. Аня. Во, правильно, да, вот хорошие аплодисменты.
Мне нравится, что к концу, как бы к концу конференции мы поняли, как надо аплодировать. Это классно. Все тут. И Джугру Групп. Вся ребята? Команда Джугру Групп. Да, кто здесь есть? Все к нам. Живые. Ну, тут можно без жидких, я думаю. Но мы никого не предупредили, что надо будет выходить, поэтому мы так. Поэтому все работают. Да, поэтому все работают вяленько. А, слушайте. Ну что, надо понять, как мы будем аплодировать залу. Мы будем жидко аплодировать или громко? Жидко? Ну хорошо, мы жидко аплодируем залу. Раз, два. Ребят, спасибо большое, что пришли. Ну, а вы нам поаплодируете так, как посчитаете нужным. Хотите громко, хотите жидко. Спасибо. Накопленное да. Пошло. Это была, мы их берегли. Это была конференция Joker 2023. Увидимся в Москве на G-Point на Joker в следующем году. Пока-пока. До Joker.